Добрый день, друзья! Сейчас хочу вам рассказать о таком препарате. Давно о ней хотел рассказать. О мази Ализан. Ализан – это препарат, который был разработан в качестве ветеринарного средства. Крем предназначался для лечения лошадей, но со временем стал использоваться и для терапии людей. Крем относится к группе хондропротекторов. Эти препараты способствуют восстановлению хрящевой ткани, которая подверглась дегенеративно-дистрофическим изменениям, ну то есть что какая-то травма произошла, процессы разрушения хрящей. Вообще о свойствах препарата я могу немножко рассказать сам по себе, что пользуюсь этой мазью около 3 лет. У меня, так как у меня травма колена, порваны связки, внутренняя часть медиальная, поэтому колено иногда бывает, ну, выскакивает. Немножко о составе я вам расскажу. В составе этого крема находится глюкозамин гидрохлорид, хондроитин, сульфат натрия, мумиё, комплексы экстракты трав чистотела, полыни, чабреца, пищелистника, зверобоя, цветов календулы, ромашки, плодов шиповника, тмин, фенхеля, корня солодки, состав почек, листья мяты, перечные, полиэтилен, стериат, масло облепиховое, глицерин, масло оливковое, метиловый спирт, натриогидроксид, вода особой очистки с ионами серебра. Вот что там находится. Средняя цена от 160 до 200. Если подобный препарат брать не в ветеринарной аптеке, а в обычной аптеке, это примерно будет стоить около от 600 до 800 рублей. Поэтому смотрите, какая разница. Имеются два вида мази: зеленая и красная. Зеленая, которой пользуюсь я, это для суставов. Красная для сухожилий и мышц от растяжения. Она разогревающая, охлаждающая. Крем наносят на сухую кожу в области повреждения опорно-двигательного препарата, разрыва связок, воспалительных суставов. И при этом на кожном покрове в области нанесения не должно быть никаких повреждений, царапин или ссадин. Я наношу мазь на область повреждения суставов, то есть коленного сустава. Намазываю, после этого беру целлофан и обертываю колено, делаю термический эффект. Сверху колена я наматываю бинт, и в течение часа вот в таком виде я хожу. Больше часа не рекомендуется, чтобы не было ожогового эффекта. Мазь подходит как и спортсменам, так и пожилым людям, у кого артрозы, артриты, боли в коленях. Возьмите там своим мамам, бабушкам, посоветуйте, может кому-то что-то пригодится. Боли и отеки уходят моментально в течение 4 дней. Спасибо, что восприняли мою информацию, глядишь, она вам пригодится. С вами был Спортивный Дед, всем здоровья, здоровых суставов и не болеть. Всем счастливо, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.